Всех приветствую. Ну что, давайте продолжать. Так, побегал я тут немножко и слегка разобрался. Нам нужно эти две штуки, чтобы оно нам что-то здесь осветило. В каком порядке это делать, я без понятия. Но я думаю, сейчас рандомно. Во. Рандомно с вами это сделаем. Так, сделали, да? Да. Теперь давайте бежать в домик. А получится? Да, теперь получится. Так, странное письмо. Мы скоро вернемся. Мы скоро вернемся, мы скоро вернемся. Вернемся, мы скоро вернемся. Так, здесь сохраниться нельзя. Радио, понятно. А то кто? Обгоревшее фото. Хорошо, давайте дальше. Ага. Ну, давайте дальше смотреть. Так, обогревший кулон. Все. Ага, зажать Ешку надо просто. Окей, давай смотреть, что нас ждет тут дальше. Давайте, наверное, мы сделаем фотографию. Мало ли, может пригодится. Ага, олень, понял. Это мне намекает то, что я лень, что не нужно фотографировать. Ладно. Давай возьмем счетчик Гигера. Тоже, да, тишина. Так, ты кто? Ой. Ой. Ой-ой-ой. Тихо, тихо. Ой-ой-ой. А я таки извиняюсь, что произошло. Это мы типа победили? Или мы сейчас все заново будем делать? Я просто растерялся. Можно было фотоаппарат взять. Либо фонарик. Не знаю. Тут, конечно, долгие загрузки, но что поделать. Так, пожалуйста, сделай так, чтобы мы его победили. Так, поместье Гамильтона. А, значит, не победили, да? Так, тихонечко. Что произошло? Во! Так, странный синий камень излучает зловещую энергию. Окей, окей, шикарно. И что это нам дало? А я без понятия. И кто это такой беспорядок навел? Надеюсь, это не мы. Так, забрать, забрать, забрать. Ладно, идем отсюда. Бонжур. Есть-то. ТП, что-то я вижу. Так, понятно. Книжки, это, конечно, хорошо, но... Но не спасибо. Заперто с другой стороны. Угу. Как обычно. Ладно. Пошлите смотреть. Что-то мы даже с вами взяли. Шикарно. Так, вентиль пригодится, я думаю. Сейчас будет, наверное, какую-то трубу с вами закрыть. Все. Еще что-то взяли. Шикарно. Надеюсь, мы ничего с вами не упустили. Так, давай смотреть. Вентиль, да? Где-то тут нужно будет, наверное, вентиль перекрыть. Так, больше повернуть нельзя. Окей. Так, похоже, он застрял между вторым и первым, и четвертым, и пятым. Понял, это сверху. А не, открыто. Я думал, будет закрыто. Так, батарейки. Аптека, это хорошо. Понямать, не, понямать мы не можем. Дверь закрыта, ладно. Наверное, все-таки мы сюда зашли за батареечками. Отлично. Ладно, побежали обратно. Побежали, побежали. Так, а здесь нам нужно, наверное, присесть, да?
А нет, присесть нельзя. Значит, нужно как-то тебе перекрыть. Только как? Только как? Не, сюда не запрыгнуть. Блин, ну почему в играх мой персонаж не может ни прыгать, ни бегать, ни... Пройти могу? Не могу пройти, ну ладно. Это реально бред какой-то. Я бы давно позже перепрыгнул бы и забыл бы это все. Дай мне что-нибудь. Дай мне что-нибудь, чтобы мне тут что-то сделать. Так, сейчас, секунду. Секунду, секунду. Только что сделать? Ну, кроме как муравью. Что-то приделать. Заперто с другой стороны, хорошо. Во, мы сможем сейчас с вами, я так понимаю, сохраниться, да? По-моему, возле вот этой штуки можно сохраниться. Да, шикарно. Давай сохраниться, подтвердить у Киюшки, да. Все, все. Теперь давай смотреть, что мне нужно тут делать. Тут я взял какой-то вентиль. И что это мне дало? Хорошо, давай смотреть. Но этот вентиль больше крутить нельзя. А этот? Больше повернуть нельзя, хорошо. Тогда какой можно? Где этот вентиль находится? Ну давай, игра, ну помогай мне. А, вот она. Все, шикарно. Шикарно, шикарно. Теперь побежали. Ой, ё, тихо, тихо, тихо. Стой, стой, стой. Сейчас я возьму с собой пехоль. Дон дестали библиотеке. Ах ты, падла. Ага, все-таки можно, да, в тебя попадать. Хорошо, ладно. О, мы прошли. Так, R использовать. Кто тут? А никого, да? Так, погоди, тут вроде еще дверка где-то была. Давай посмотрим, кто здесь. Во. На второй этаж. И там еще дверка была. Ой, бонжур. Варенье наелось и спишь, да, зайчик? Понял, хорошо. Забрать, отлично. Давай берем пехоль. Давай подойдем, посмотрим. Что с тобой, как говорится, не так. Как Саладин философ, человек, человеку волк. Увидев тело несчастное, можно было представить всю степень ярости и ужас, который ощущал Карл, глядя на царивший там хаос. Все это произошло не по вине человека. Так, хорошо. Водительское удостоверение. Удостоверение забрать. Так, дневник. Окей, все, больше вроде ничего не можем. Ладно, давайте идем дальше. Блин, там еще дверка внизу была. Давайте мы ее проверим, можем ли мы отсюда выйти, либо не можем. Что это такое вообще? Так, нужен ключ. Нет, не можем. Значит, все-таки правильно мы идем. Только заберем с вами пехоль. Пихать заберем и пойдем. Ага, тут заперто. Тут открыто. И здесь еще есть дверка, да?
Все, отлично. Ага, а, это мы с вами здесь, помните, закрыто было. Все, понял, понял. Это там было просто закрыто, и мы с вами нашли, как пройти. Хорошо. Предлагаю полностью все обыскать, потому что мало ли здесь сейчас. Опять батареечка будет. Да ты шаля, можно на рингтон ставить. Минуточку внимания. Дамы и господа. Так, давай смотреть. И здесь мы открываем вход куда? Ага, тут тоже было закрыто. Окей. Ладно. Что мы ищем? Что-то мы с вами ищем. Хорошо, давай пооткрываем дверки везде, где только можно. И нельзя. Все, забрать швабру. Так, швабру забрали, отлично. Открыли, что там. Тогда предлагаю идти на второй этаж. Да, да, это не швабра, а метелка, я знаю. Ну, пусть будет швабра. Так, шикарно. О, бонжур. Так, погоди. Улыбочку. Улыбочку. Сейчас, подожди, я с этим разберусь. Так, еще один замерзший труп. Хорошо, кошелек. Во, забирай. Это мне надо, это пригодится. Так, замерзшие часы. В одно и то же самое время, видите? 20 минут 6. Хорошо. Кошелек, кошелек, кошелек. Ладно, назад. Назад берем в руки пехарь. Блин, опять сейчас, да, что-то у нас тут будет ожидать какое-то приключение. Так. Ага, это то место, где мы смогли, не могли с вами, да, подняться, где тут шкаф валялся. Ладно. Уже не валяется, хорошо. Во-первых, ничего не вижу. Во-вторых, я не понимаю, что происходит. Можно мне больше информации, что я ищу? Либо хотя бы какую-то подсказку. Либо что-нибудь. Либо какаушки. Горячего какаушки было бы неплохо выпить. Да? Ты ж не против? Сейчас бы какаушки было бы хорошо. Ладно, идем сюда. Может, щучек Гейра достать? Так, излучение не обнаружено. Не знаю, радоваться. Либо горевать, что мы не обнаружено. Ну все, мы тут все облутали. Тут ничего нету. Снизу, конечно, что-то там, ну... Да, мы, наверное, не попадем, да? Ой! О, бонжур! Еще один. Еще один бонжур. Что, с вас вообще ничего залутать нельзя, да? Жалко, жалко. Так, уходим отсюда. Ага. Давай тут посмотрим. Так, нужен ключ. Окей. Ключика у нас с вами нету. Так, мы отсюда пришли. Да, все облутали. Хорошо, давай тут посмотрим. Что это такое? Так, ага. Мы кругами, да, сейчас с вами будем ходить, я так понимаю. Так, это сюда пройти, а здесь, по-моему, заперто, да? Да. Заперто с другой стороны. Ладно, давай искать. Вот выход. Но навряд ли дуэй. Что-то мне так кажется. Давай, 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 поднимайся, во. Еще чуть-чуть, молодец, умничка. Не знаю, как он стал детективом, если он в этих, в ступеньках
застреет, не может пройти. Я не знаю, что тут делать. Алло. Что ты от меня хочешь, игра? Куда нам дальше тут идти? Тут мы были. По-моему, да. По-моему, мы были здесь. Ладно, ладно. Давай вниз. Давай спустимся вниз. Так, отлично. Здесь тоже что-то, да? Окей, давай на мини-карту нажмем. Посмотрим. Ага, нам нужно вот сюда. Окей, то есть назад нам нужно. И как нам туда пройти? И что нас там ждет? Сейчас, секунду. Все, шикарно. Давай смотреть. Да, нам нужно вот сюда как-то попасть. Это либо вот сюда, в эту дверь. Во. Мы почти рядом. Может, нужно в микрофон поговорить? Алло, алло. Как слышно? Прием. Либо это под нами. Так. Давай смотреть. Угу. Видите, да? Точка там это стоит, а типа шо? Так, второй этаж, третий этаж, четвертый этаж. Тут еще четвертый этаж, первый этаж. Подвал. Или это я? Или я точку поставил, я так и не понял. Или я так и не понял. Ладно, давай попробуем подняться на второй этаж. Блин, я, если честно, думал, что игра будет немножечко поинтереснее. Так, я ж тебя вроде сфотографировал. Что ты от меня еще хочешь? Так, кошелек, да. Часики, да. Полностью, ну все, да. Что ты от меня хочешь, игруля? Игрушечка наша, что ты хочешь? Так, ну здесь я был. Здесь не пройти. Как говорится, ты не пройдешь. Так, бонжур. Ключ от комнаты. Открой твой кинозал в особняке. Ага, и дневник. Окей, кому нужно будет почитать? Давайте я вот так сделаю. Январь, июль, сентябрь. И вот так. И как бы всем приятного чтения. Так, нужно открыть кинозал. Хорошо. Давай смотреть, где этот кинозал, который нужно открыть. Где-то он тут недалеко, да, я так понимаю. Может, даже где-то и здесь. Так, где там ключ нужен был? Во. А вот и ключик. Та ты шуля. Тупо смартфон, отвечаю. А вот и кинозал. Так, еще несколько дней ремонтных работ, и у тебя появится свой кинозал, дорогая. Ты так и будешь молчать? Мне нечего тебе сказать. В каком смысле? Этот кинозал не для меня, здесь все не для меня. Но перестань, не болтай ерунды. Ты же знаешь, что я люблю тебя. Так же, как любишь... Кого? Я знаю о ней, Уиллэм, но я устала. Мне уже на все плевать. Ты рехнулась? Нет никакой Синтии. Забудь, это не важно. Так, какая-то Синтия у нас, да, есть? Понял. Так, нам сюда. Хорошо, давайте посмотрим. Блин, я тоже хочу себе домашний кинозал. Было прикольно. Только не такие кресла, они неудобные. Чисто такие, чтобы можно было лечь, поваляться в них. Так, ладно, идемте дальше, идемте дальше. Ага, М.
Во, что это такое? Что-то появилось впереди и еще и слева, да? Окей, давай смотреть. Можем пройти? Можем. Так, давай, предлагаю сохраниться. Только каким образом, я пока не знаю. Ага, вот каким образом знаю. Все, давайте сохранимся здесь. Чтобы мы далеко с вами потом не бегали, не искали. Так, дай мне что-нибудь полезное. Дай что-нибудь полезное, алло, игра. Спасибо. Спасибо, пожалуйста. Ага, пластинки, пластинки. Во. По-моему, это были батареечки, да? Так, пописюнять. Не, пописюнять мы не можем. Плохо. Снимаю один балл игре. Так, поспать можем? Не, поспать тоже не можем. Ладно, не время спать, а время искать. Так. Нельзя открыть. Why? Ну, и почему? И потому, а потому, а почему, а потому. Так, мы правильно идем? А мы дальше что-то прошли с вами. И здесь все. Знак этого, как его... Знак восклицания в треугольничке. Мы что-то с вами пропустили. Ладно, давай поднимемся наверх. Посмотрим, что тут есть у нас. Ага, здесь еще что-то. Так, главное сейчас не заблудиться. Ага, мы пришли за кинотеатр. Тихо, тихо, тихо. Не, 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 никаких ауф. Я понимаю, что безумно трудно быть первым. И безумно трудно через стены, но... Прекращай. Так, кубики, кубики. Давайте тоже сфотографируем, мало ли, может. Я забываю фотографировать, ребят. Я так понимаю, что здесь нужно фоткать. Да? Или не? Или не нужно? Или не нужно? Ой. Фу-фу-фу. Пугаешь дядю. О, здорово. А вот тебя мы сфоткаем. Вот это по-любому. Так, давай, чтобы ты полностью весь влез. Все, правильно, забрать, да. Отлично, давай еще. Все, хорошо. Что ты мне расскажешь? Он больше не мог убегать. Ага, отлично. Да, кошелек. Ля, евро лежит, забирай. Забирай сегодня хоть понямаем немножко. Все, больше ничего нету тут. Окей. Ладно. Значит, не понямаем. Так, дневник еще один. Хорошо, отлично. Я бы реально честно почитал бы, если бы там бы текста было хотя бы в 700 раз меньше. Так, бонжур. Мы вам тут не помешаем. Надеюсь, что нет. Не, не против, кажется, посчитать. Интересно сюжет, но никогда там, блин, километровые просто записки. Такое чувство, что ты не в игру играешь, а сессию, к сессии какой-то готовишься. Так, все, прыгаем. Отлично, мы куда-то с вами вышли. Куда-то нам с вами надо. Ага, прямо налево. Либо прямо и прямо и налево. Я не понимать. Я не понимать, что от нас хотите. Кажется, I don't understand. Так, ладно, давай сохранимся. Давай сохранимся. Окей. Подтвердите. Да. Все, шикарно. Нельзя открыть. Угу. Блин, это хоррор или это... Это что такое? Что это такое? Где вот эти вот все страшилки, бабайки? Где напряжение?
Так, ага, мы с вами вышли откуда-то отсюда. А мы здесь с вами уже были. Что от меня хотят? Блин, это я метку ставлю. Ё-ля. Хорошо, давай метку сюда поставим. Что это такое у нас? Что это от нас хотят? Что? Кто? Кого? Куда? Яра. Дай подсказку мне. Так, а как туда пройти? Ага, понял. Понял. Никак. Блин, если это будет так продолжаться, то я думаю, не больше двух серий я выпущу этой рульки и, в принципе... И, в принципе, все. Я даже прыгнуть не могу, понимаешь? А в основном понимаешь, когда вынимаешь. По-другому вообще не понимаешь. Ладно, куда идти? Блин, у меня в этих батареек мало осталось. Окей, может нам выйти нужно? Может нам нужно выйти, а можем в тачку сесть? Так, двери накрепко замерзли. Так подюр на них, я не знаю. Давай уедем отсюда. Я не знаю, что это такое. Если бы я знал, что это такое. Ну ладно. Давай попробуем вернуться. Только куда вернуться я... Если честно, уже и не помню. Так, да, это кинозал. Давай пройдем сюда. Смотрим. Здесь мы должны открыть, да? Все, шикарно. Мы с тобой открыли. А тут откуда мы пришли? И что это нам дало? А ровным счетом ничего. Так, нельзя открыть. А открыть нельзя. Нельзя открыть, нельзя. Закрыть нельзя, открыть. Так, а сюда можно пройти, пожалуйста? Завалено снегом. Угу. Прикольненько, прикольненько, что могу сказать. Так, привет. Ну, здесь мы были, да? Давай поднимемся выше. Короче, если мы сейчас и здесь ничего не найдем, то, в принципе, предлагаю... На этом серию и закончить. Да и в принципе с этой игрой, наверное, тоже. Так как мне, конечно, прикольно ходить по симулятору дома, но я скачивал ее ради хоррора, ради ужаса. Понятненько, понятненько, что ничего не понятненько. Так, а можно мне... снаряжение, документы. Так, нарисованная от руки карта. Карта. Третий этаж. Второй. Мне нужно на второй этаж. Чтобы подойти к той дверке. Ой. Так, это мы на втором или на каком? А не сильно ли много здесь этажей для трехэтажного дома, не? Алло. Кажется, не сильно ли много здесь этажей? Во, нам нужно... Ага, нет, не сюда. Нам нужно пройти с вами... А вот сюда нужно... Нельзя открыть. Почему? Нам нужно попасть как-то сюда. А как сюда попасть? Хороший вопрос, да? Мы же правильно, мы здесь находимся. Так, счетчик Егера, дай мне сюда. Излучение не обнаружено. Хорошо, дневник. Бесполезно, я понял. Дальше. Топор. Оно? Угу. Ну да, понятно. Спасибо, пожалуйста. Ну, попробуем.
конечно. Но нет. Ну вот, мы здесь находимся, там, где нам нужно, да? Ну да. Что это такое? Ага. Ага. И что? И типа шо? И типа кто, кто от меня что хочет, чтобы я куда-то его поставил, да? Окей, окей. Прикольно, прикольненько. Мы с вами что-то взяли. Так, третий этаж. Четвертый. Территория особняка. Так, вот что-то закрыто. Давай сюда метку. Тоже второй этаж, да? Первый этаж. Тоже закрыто. Подвал. Я таки... Извиняюсь, а зачем нам... Зачем нам эта голова? Что от нас хотят? Ну ладно, забрали, так забрали. Пошли дальше. Давай, открой. Ага, я даже открывать не могу, да? Может, мне ее куда-то оставить надо? Ага, ля, смотри. Оно. Ой. Я правильно сделал? Да, правильно. Во. Ля. Да ты шо, Арчи умный. Все, теперь нужно на первый этаж, да? Теперь нужно на первый этаж. К этой штуке. А как пройти? Как пройти на первый этаж? Вот сюда. Там вообще огонь. Так, а тебя тоже можно взять? Нет, тебя взять нельзя. И где вот эта вот штука? По-моему, где-то была... Ага, тут закрыто. Тут закрыто. Так, да, можно сохраниться? Так, давай сохранимся. Мало ли, что тут может произойти. По-моему, нам нужно вот сюда, да? Во. Коробка с клавишами печатной машинки. Ага, нам еще ниже нужно спуститься. И как нам в подвал спуститься? Кто помнит? Кто помнит, как спуститься нам в подвал? Вот это уже я не помню, если честно. Так. Как-то же мы проходили в подвал с вами, если не ошибаюсь. Только как? Не сюда? Не, здесь у нас оранжерея. Так, дай пройти, дай пройти, дай пройти. Где ты, где ты, где ты? Ну, падла, стой, 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 сейчас, 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 две секундочки, ва-ва. До побачення. Так, хорошо. Здесь мы были с вами. По-моему... О, и чашку в карман. По-моему, здесь не были, да? Блин, ну красивая чашка, что вы начинаете. Так, как мне спуститься? Вообще, я... Правильно это или неправильно? Кто мне подскажет? По-моему, сюда. Нет, не сюда. Нам нужно, короче, забрать у те штуки. Только где она находится? Во, по-моему, здесь, да? Теперь давай смотреть. Или не сюда? Так. Дай пройти. Но мы отсюда пришли с вами. Ага. И прыгнуть я тут тоже не могу. Знаете, что я предлагаю? Я предлагаю, наверное, уже в следующей серии попробовать это найти. Эту штуку. Честно, я даже без понятия, куда нам.
Так, заперто с другой стороны. Да как же вы задолбали закрывать вот эти вот дверки? Предлагаю в следующей серии найти нам эту штуку. Так, а зачем я дрова с собой взял? А я как их выбросить? Аля, а как их выбросить? Да ты издеваешься, как дрова положить? Алло, игра. А положи, пожалуйста. Спасибо. Сейчас бы вот этот таскался с ними. Так, тут закрыто, тут закрыто. Нам нужен вот этот вот кухонный лифт. Так, где-то либо в подвале, либо на первом. А, вот оно. Да ты шо, клавиши печатной машинки. Для замены сломавшихся. Хорошо, хорошо. И что дальше? Что дальше? Кто-то помнит, где была печатная машинка? Если честно, то я не помню. Да и в принципе, я думаю, как и вы, тоже. Нельзя открыть. Хорошо. Это сейчас мы будем с вами искать печатную машинку, да? Или что мы там искать с вами будем? Блин, я уже заблудился, куда нам идти. Так, по-моему, сюда. Хорошо. Печатная машинка. Бонжур. Печатная машинка. Здесь она с вами заперта. Кто-то помнит, где печатная машинка? Если помнишь, напиши мне в комментарии. Там первый, второй, третий этаж. Хотя какой этаж этой машинки? Блин, а я мог дрова сюда принести, да? А, вот они есть. Ладно, все, давайте сохраняемся. И ну его, эту игрульку. Будем, кажется, лучше с вами отдыхать. Все, всем пока-пока. Да потом, если знаешь, где находится машинка, напиши мне. Если не знаешь, то будем, значит, с вами сами искать. Все. Я возле камина посижу, а вам всем мармур и до потом.